Мир вам, уважаемые, дорогие, благословленные в Господе братья и сестры, а также все, кто смотрит это видео или слышит меня по аудио. Будьте благословенны во имя Отца, Сына и Святого Духа. И я пастор церкви в городе Киеве, Евангельской церкви полного Евангелия, исцеления народом, Константин Алексеев. Хотел бы пригласить вас в эту субботу в 11 часов в городе Киев, на улице Попудренко, 52Б, в конференц-зале. Проводить служение будет отец Сергей Журавлев, мой друг, служитель, человек, который прошел большие испытания и победил. И благословением Божьим мы встретились, и этот человек движется в дарах Духа Святого, человек, который имеет откровение от Бога для православных, для Евангелия, для евангельских церквей и для тех погибающих грешников, которые можете пригласить с собой. Наша церковь основана 7 лет назад на основании Писания, поместная церковь. Бог дал откровение 22 главы, 2 стиха книги Откровения, 2 половины, что листья его будут в исцеление народом. То есть, значит, так как на небе нету никаких болезней, мы как те листочки движемся в исцеление души, тела, ну и самое главное, духа, когда благовествуем Евангелие Божие, во спасение души во имя Бога Иисуса Христа и Бога Отца и Святого Духа. И я благословляю вас и верю, что вы будете благословенны, посетив это служение. Церковь наша небольшая, но Бог наш великий, который посещает такие небольшие церкви с хорошими помазанниками и хорошими служителями Божьими. Я верю, что мы проведем не только хорошо время, но примем Божье Слово и также дары исцеления и слово знания, пророчества и наставления от Бога через нашего друга-служителя, отца Сергея Журавлева. Спасибо Богу за него и благословение всем вам. Будьте благословенны во имя Иисуса Христа. Аллилуйя.